Между тем, противники повышения коммунальных тарифов устроили в Новосибирске лазерное шоу протеста. На нескольких зданиях города появились световые надписи с датой и временем предстоящего митинга. Экраны для проекции явно выбирались под текстом. Картинки можно было увидеть на мэрии, областном правительстве, офисе компании Сибэко и градирне ТЭЦ-5, одного из крупнейших энергетических объектов города. Против всех этих структур так или иначе направлен протест новосибирцев. Одни решения о повышении тарифов принимали, другие поддерживали. Добавлю, оргкомитет митинга уже заявил о своей непричастности к этим инсталляциям и назвал их народным творчеством. При этом руководство Сибэко заявило, что это хулиганство, которое не красит город. А вот правоохранительные органы сообщили, что в подобных акциях нет ничего противозаконного.